Всем доброе утро. Сегодня у нас 3 сентября. Сразу же приходит на ум песня. Я календарь переверну, и снова 3 сентября. Наверное, мы сегодня последний день на море. Да, Мариника? Как-то мы уже вроде нехотя собирались, вроде уже как наплавались. Но посмотрим. Сегодня с нами мамуля. Мамуля, привет. Поплавали, водичка хорошая, море спокойное. Водичка, не скажешь, что ледяная, но мы поплавали. Ну, как видите, Софья до сих пор там плавает. Взяли с собой кукурузу. Я вчера поздно вечером вышла и взяла все-таки кукурузу. Приятного аппетита нам. Как водичка, Софья? Так, мамуля решила. Ладно, я с собой тоже взяла баночку для алкогольного пива. Так что нам мы там сухарики взяли. Сейчас наша малышня аккуратно. Наша малышня к нам налетит, половину сухарей съест, поэтому мы взяли 2 упаковки. Как видите, на кафе так безлюдно. Я спросила, сегодня здесь кафе работает последний день. 3 сентября. Вчера была здесь вообще мало людей, лето закончилось. Мороженое, я думаю, вам после взять. Мы сухарики взяли. Будете сухарики? Вот там у меня еще упаковочка чипсов есть, так что мы сейчас как сядем, да как выпьем. Нет, мы здесь сядем. Сядем, присядем. Давайте, можете к нам присоединяться, дети мои. Я календарь переверну. И снова 3 сентября. На фото я твое взгляну. И снова 3 сентября. А что вы здесь делаете? Что вы здесь делаете? Тебе холодно? Может, стоит на солнышко просто выйти, а? Водичка прогрелась, водичка хорошая. Людей так вроде больше стало. Так, пойдем мороженое купим. Вот прошло день рождения Жеки. Те, кто смотрит меня постоянно, видели, что видео нету с дня рождения. Рассказываю коротко. Я хотела отмечать здесь, вот в тех домиках. Но как-то у нас все пошло не так. Заранее не забронировали, приехали. Того домика, который был нужен, нет. В общем, мы поехали в совсем другое место, в совсем другой отель. В общем, настроение у меня не то. Когда у меня нет настроения, то я ничего и не снимаю. То есть хочу, снимаю. Не хочу, не снимаю. Поэтому видео дня рождения нет. Есть только такое коротенькое шортс. Так что в этом году уже в тех домиках мы не поотдыхаем, может быть, в следующем году, но на осень еще, думаю, может быть, все-таки будет баня. Хочется мне в баню. Посмотрим. Начало 6-го. Вот. Все. Не знаю, Молюшка, прощаться с тобой или мы еще всего в этом году еще приедем. Но пока говорю до свидания. Едем домой. Шикарный день. Погода отличная, не сказать, чтобы сильная жара была, но я заснула и просыпалась от того, что мне жарко. Реально так припекало. Вот, ветерочек такой хороший, водичка отличная, обед она уже прогрелась. Так что несколько раз ходила плавать, и я, и дети. Но детям уже поднадоело, да, Мариночка уже такая нехотя, так окунется и выходит. Передаю привет Татарстану. Сижу на берегу, никого не трогает. Подходит парень. Говорит, вы же блогеры? Я говорю, да. Пообщались. Он смотрел видео про яблоки. И вот приехал в Крым. Собирает яблоки. Хочу сказать, я и раньше хотела сказать. Вот говорю, что если вы меня узнаете, смотрите мои видео, вы мои подписчики.
подходите, не стесняйтесь, не бойтесь, я не кусаюсь, я всегда рада буду общению. Если есть желание, чтобы я вот так вот записала на видео, вы передали привет, можно это сделать. Меня уже несколько раз узнавали и подходили. Один раз даже просили, спрашивали, а можно ли сфотографироваться, фотографировались. Так что мне как-то тоже, наверное, неудобно предлагать. Давайте вместе видео заснимем, там привет кому-то передадите. Но если у вас есть такое желание, пожалуйста, без проблем. Подходите, пообщаемся, привет передадим. Так что вот сегодня, да, у меня на пляже состоялась встреча с подписчиком. И также он видел, что я где-то на этом пляже обитаю. Вот там вы как раз на этом пляже с Лондонской встретились. Поэтому еще раз привет Татарстану. И передаю всем привет России, разным уголкам. Потому что Россия огромная. Я знаю, что меня смотрят из разных уголков. Ну, естественно, Крыму. Всем, кто знает меня, всем передаю огромный привет. Боже, какое-то движение, мне, наверное, нужно кричать. Ладно, все, пока, увидимся. Буквально пару минут назад рассказывал за тебя, Альберт. Да. Татарстан. Кому-то привет передашь? Да, своей жене, Лесян. Приезжайте в Крым. Да, ждем.